9 декабря малая сцена спорткомплекса Madison Square Garden, что в Нью-Йорке, примет поединок за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между двумя двукратными олимпийскими чемпионами Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо. Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед поединком и уверен, что Гильермо Ригондо выложится на максимум в предстоящем поединке. «Я думаю, что Ригондо будет драться, как в последний раз. Он будет много двигаться и стараться работать с дистанцией. Я не замечал, чтобы Ригондо проявлял серьезную агрессию в своих боях. Мы работаем над всеми арсеналом ударов. Мне не нравится использовать какие-то отдельные комбинации и оттачивать их до совершенства. Я люблю демонстрировать публике, что бокс полон возможностей и показывать разные вещи. Мне не нравится заглядывать вперед. Я сосредоточен на 9 декабря. Я боксирую для себя, своей семьи и хочу оставить достойное наследие. Я настраиваюсь на полный бой. Он хороший боксер, у него разнообразный стиль боксирования. Он старается хорошо двигаться весь бой в ринге, показывать красочный бокс. А бывший чемпион мира Рой Джонс-младший поделился прогнозом на бой Ломаченко-Ригондо. «Я не могу дождаться боя Ломаченко-Ригондо. Мне нравятся оба боксера, оба они двукратные олимпийские чемпионы. На бумаге этот бой самый лучший. Нельзя даже найти двух боксеров лучше них, чтобы свести их друг с другом. Ригондо нужно боксировать и сбивать Ломаченко с ритма сильными ударами, а Василию выбрасывать много ударов, как он обычно делает, заставляя Ригондо терять равновесие. Тот, кто сможет придерживаться плана, тот и выиграет бой». Американский промоутер Боб Арам, который представляет интересы Василия Ломаченко, поделился ожиданиями от предстоящего боя. «Василий не позволит Ригондо набирать очки, поэтому Ригондо, чтобы выиграть бой, придется быть более агрессивным. Когда вы смотрите бои Ригондо, то видите, как он набирает очки, а затем просто удерживает преимущество до победы. Таков кубинский стиль. Просто выиграй, брат, просто выиграй по очкам. В Восточной Европе совсем другой стиль, поэтому я думаю, это будет очень хороший и интересный бой. Ригондо не сможет добиться большого успеха в простом наборе очков в бою с Василием, и поэтому ему придется сражаться до самого конца». Менеджер украинского боксера Эгос Климас предсказывает, что бой превратится в шахматную партию и будет невероятно интересен настоящим ценителям бокса.